Народ, привет! Начинаю цикл «Сделай сам». Сегодня произошло такое, что на машине Lifan X60 при резком нажатии на педаль газа машина начинает дергаться, как бы глохнуть прям. Вот, плавно нажимаешь, машина едет вроде более-менее так. Прям порезче, опять дергается. Вот, первая мысль какая? Топливный фильтр, фильтр на бензонасосе, ну и, соответственно, сам бензонасос. Вот, решил первым делом посмотреть сразу бензонасос, потому что чаще всего забивается сеточка на нем в первую очередь. В Lifan X60 бензонасос находится с правой стороны под задним сиденьем, которое одинарное. Здесь у нас что? У нас здесь обивочка. Обивка. Смотрим. Просто, наверное, подсунута. Ничем не крепится. Сейчас попробую вытащить оттуда. Аккуратно, чтобы не порвать. Да, вытаскивается. Да, и бензонасос здесь. Все верно. Так. Но для этого, чтобы хорошо откинулось, надо все-таки оба сиденья. Так, мусор здесь куча. Ну, сюда редко кто-то лазит, наверное, как и я. Так. Откидываем второе сиденье и смотрим. Так, смотрим, что у нас здесь. Вот такая вот крышка. Крышка вообще должна была быть приклеена, но она почему-то у меня просто уже сдвинута. Так, смотрим, что у нас здесь. Вот он, этот силикон, который должен был быть приклеен. А он не приклеен нифига. Ну да ладно. Так, отщепляем фишку. Так, фишка вроде чистенькая. И обесточиваем насос. Так, что у нас дальше? Все тут грязно. Так, смотрите, здесь стоят вот такие патрубки. Так, сейчас я пойду, наверное, возьму какой-то растворитель и кисточку и отсюда помою. Водой не знаю. Сейчас попробую убрать грязь. Так, решил я начать просто хотя бы с протирки. Но теперь после того, как я увидел, сколько здесь грязи, наверное, надо будет устроить здесь генеральную уборку. Просто кошмар. Ну, пробуем там чуть-чуть протереть. Так, смотрите, здесь есть, значит, такие вот зажимчики. Вот так они вот бегают здесь. Это возврат в бак, это накачка. Вот здесь есть такие фиксаторы. На них нажимаешь и снимается. Так, у нас надо потихонечку, потому что система под давлением. Так, крутим второй шланг. Не очень удобно. Блин, столько грязи, как бы куда не попало. Немножко почистил. Так, и вот еще раз показываю. Значит, вот кнопочки такие вот. Это фиксаторы. Одна снизу, другая сверху. Вот который на возврат, прям кнопочки сбоку удобно. А вот эти не очень. Вот так и держим. Нажимаем на фиксаторы и двигаем. Так, вот так вот у нас немножко налилось бензинчику. Но без этого никак. Сейчас мы его быстренько впитаем. И заодно все здесь и мы помоем. Давления теперь у нас в системе нет. Так что на обратке, я думаю, тоже сильно не потечет. Хотя мы сейчас чем-нибудь попробуем заткнуть. Тут трубочка где-то примерно миллиметров 7-8.
Попробуем ручку сейчас какую-то найти, а то он натечет. Сейчас посмотрим. Так, вот такой вот маркер мы сюда воткнем и посмотрим. Вроде не льется. Так, ну ладно. Сильно далеко его тоже не убираем, чтобы он не упал. Снимаем второй. Ну и, как я и сказал, из второго уже ничего не потечет, потому что мы отключили подачу воздуха. Так, а вот как он открывается, я не знаю. Наверное, резьба. Как фильтр дома. Водяной. Резьба обычная. Так. Самое главное, нагнетание у нас. Нагнетание у нас зеленый фиксатором. Из насоса с зеленым фиксатором и с нашим маркером. Так. Если вдруг что-то. Так, ага. Открыл крышку, сразу протру, чтобы с нее грязь больше не попадала. Так, протерли. Так, ну что, смотрим аккуратненько, чтобы грязь не попала. Так, фильтр полный. Пойду я найду сразу баклажку, куда бензин слить. Так, подготовил баклажку. И аккуратно достаю бензонасос. Так, поплывок аккуратно. Так, как поплывок-то нам достать? Так, ага, вот. В сторонку немножечко. Так, аккуратно, оп. Блин, народ, там какая-то грязь у меня лежит на дне. Так, тереть сейчас ничего не буду. Сейчас по фонариком посвечу, что там такое. Так, смотрите, народ. Вот какая-то хрень лежит у меня на дне бака. Не знаю, как сфокусировать. Вот, сфокусировал. Давайте посмотрим, что еще там внутри бака у нас есть. Вроде остальное все чисто. Но вот эту хрень надо как-то доставать. И, наверное, это будет просто руками. Народ, это какая-то пластмасска. Как будто от резьбы от какой-то. Ну, вроде ничего больше нет. Ее я достал. Так, перебрался в гараж. Берем наш насос. Так, налил уже на пол. Так, внутри, в принципе, все чисто. Так, теперь надо смотреть, как разбирается сам насос, чтобы добраться до сеточки. Смахну грязь с него. Чтоб потом вовнутрь никого не попало. Раз, защелка. Вот эти вот защелки боковые. Раз. Пробую их. Два.
И вот третья крайняя. Оп. Так, вот эти вот все снял. Ну, дальше он пока никуда не идет у меня. Надо, наверное, снять еще и поплывок. Поплывок. Нажал вот и на две клавиши, и все у меня вот сюда потихонечку подалось. Поплывочек, вот он. Вот он уже тут натер. Ну, вроде он у меня все правильно показывает, так что вопросов к нему нет. И вот еще нашел кусочек того же пластика непонятного. Так, ну что, смотрите, вон грязь в углу. И сам фильтр, смотрите, какой грязный. Вот. Сейчас будем мыть. Так, ну все, собрал назад, прочистил, вытащил всю грязь. Вот. Пробую собирать все это дело назад. Сначала поплывок аккуратно заводим, потом насос. Так, поворачиваем аккуратно его. Аккуратно опускаем. Так. На этой пружинке он как бы шевелится. Ну что, так, аккуратно вставляем на это наше кольцо. Так, вставили. Так, проверяем, насос сел. Так, посадочное нащупали. Пробуем. Пробуем. Опа, так, маркер ушел куда-то на улицу. Кое-как закрутил. Резьба какая-то чудная, непонятная. Нажимал, нажимал. Ну, короче, только вот так вот. Потом такими движениями, отвертками попробовал закрутить. Пойду сейчас попробую, значит, несколько раз включить зажигание, выключить, чтобы бензонасос накачал, систему давления создал. Ну и потом заводим. Так. Ну, то, что мы собрали правильно, это уже похоже, потому что уровень топлива он показал. Включаем. Накачиваем второй раз. Так, что-то у нас там свистит. Накачиваем третий раз. Ну, вроде тут все то же самое, все нормально. Бензина нигде нет. Ну что, пробуем еще раз, накачиваем и заводим. По-моему, под воздух подтягивает. Да, сосет воздух. Где-то что-то сипит. Скорее всего, это подсасывает воздух. Будем пробовать подтягивать еще посильнее. Так, народ, вот так вот он шумит. Не знаю, это правильно или нет. Мне кажется, это просто вот как он качает. Это его такой звук. Просто закрываем. Ну, практически его не слышно. Не знаю, так он должен работать-то или нет. Машина, в принципе, работает. Пойду, показываю, попробую.
принципе, все. Если все нормально, значит, это так должно и быть. Если нет, будем смотреть что-то дальше. Разбирать, заново собирать, проверять. Ну все, всем пока. Спасибо за просмотр.